Сира, глава 17. Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее. Определенное число дней и время дал он им, и дал им власть над всем, что на ней. По природе их облег их силою и сотворил их по образу своему, и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами. Он дал им смысл, язык и глаза, и уши, и сердце для рассуждения. Исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло. Он положил око свое на сердца их, чтобы показать им величие дел своих. Да прославляют они святое имя его и возвещают о величии дел его. Он приложил им знания и дал им в наследство закон жизни. Вечный завет поставил с ними и показал им суды свои. Величие славы видели глаза их, и славу голоса его слышало ухо их. И сказал он им: «Остерегайтесь всякой неправды», и заповедал каждому из них обязанности к ближнему. Пути их всегда пред ним, не скроется от очей его. Каждому народу поставил он вождя, а Израиль есть удел Господа. Все дела их, как солнце перед ним, и очи его всегда на путях их. Не утаились от него неправды их, и все грехи их пред Господом. Милостыня человека, как печать у него, и благодеяние человека сохранит он, как зеницу ока. Потом он восстанет и воздаст им, и даяние их на головы их возвратит. Но кающимся он давал обращение и ободрял ослабевших в терпении. Обратись к Господу и оставь грехи. Молись перед Ним и уменьши твои преткновения. Возвратись ко Всевышнему и отвратись от неправды и сильно возненавидь мерзость. Кто будет восхвалять Всевышнего в аде вместо живущих и прославляющих Его? От мертвого, как от несуществующего, нет прославления. Живой и здоровый восхвалит Господа. Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему. Не может быть всего в человеке, потому что не бессмертен сын человеческий, что светлее солнца, но и оно затмевается, и о злом будет помышлять плоть и кровь. За силами высоких небес он сам наблюдает, а люди все — земля и пепел».